Вот тоже такой неплохой видок. Так, мы все еще находимся на набережной. Продолжаем двигаться дальше. О, мельница, смотрите. Дон Кихот. Сразу вспоминаешь про него. Вот такая вот мельница. Так. А там, по-моему, два быка, да, или лося. Бычатся. Так, ну-ка. Снять их. Олень, что ли, что ли? Сейчас поближе сниму я. В общем, два горных, гордых, вернее, существа, да? Так, вот, мельница, красавица. Обожаю мельницы. Вот тоже место с такой вот крышей, отдыхать здесь, сидеть. О, смотрите, а здесь дерево какое. Посередине что-то оно опухло, тоже, наверное, простыло. Да, здесь людей вечером очень много бывает. Еще хочу повторить. Как-нибудь вечером выйдем, тоже заснимем. Там уже фонари, свет, все горит, все дела. Вид другой совсем. Так, вот мельница. Вот она мельница. Я так любил этот фильм про Дон Кихота Ломанческого. И с этих времен, когда он копье это, помните, да, вы все, воткнул в мельницу и начал крутиться. Самый был такой для меня потрясающий момент. Но там внутри, по-моему, кафешка, потому что вон кондиционеры стоят. Да, заходишь туда. Так, ну-ка снять ее. Вот так вот. Вот такая вот мельница, ребята. Вот кондиционеры. Так что это кафетарий. Тут лестница, чтобы подняться наверх. А, не, это рабочее место такое. Туризм забита. Это типа, ну там, что-то с туризмом связано. Вот такое вот место. Красиво. Так, пойдем мы дальше. Идем дальше. Опять такое же место, отдыхать, сидеть. Ну и, конечно же, мы у моря. И вон и запах я постоянно чувствую. Классный запах чистого моря. Везде скамейки, везде можно перекусить, отдохнуть, посидеть. Вот фонтан там такой вот. Ну там дальше, по-моему, еще интересней. Отсюда я могу увидеть
что там тоже много реставраций. Вот такой вот фонтан. Смотрите. И запах, понимаете, везде запах цветов. Все так вкусно пахнет, ну приятно пахнет. Вот, фонтан такой длинный. Вот до самого конца он идет. И вот там вот что-то есть интересное такое. Туда мы тоже пойдем с ними. Вот цветы, а вот запах цветов. Вот именно от них исходит такой приятный ароматный запах. Везде вокруг. Ну и, конечно же, зелень кругом. Кислорода много. На всех хватит, как говорится. Вот там люди сидят под зонтиками. Наверное, кушают мороженое или еще что-то. Отдыхают, в общем. Отдыхают. Вот такой вот вид.